Встречайте, актер, народный артист Российской Федерации, телеведущий Юрий Николаев. Если вам кажется, что я волнуюсь, пусть вам не кажется, я действительно волнуюсь. Спасибо, спасибо, спасибо. Волнуюсь, как когда получал студенческий билет театрального вуза, когда делал первые шаги на профессиональной сцене Московского театра Пушкина, когда покинул театр, перешел на телевидение, в престижный отдел дикторов, где работали самые образованные мужчины, самые красивые женщины. Затем покинул отдел дикторов, чтобы создать свою программу «Утренняя звезда», где встретился с малышами, которые я выводил на сцену. Сегодня эти малыши выйдут уже со своими малышами. Поэтому сегодняшний вечер я просто хочу сказать спасибо всем. Вы знаете, за эти годы я так наговорился на телевидении, что сейчас я умолкаю и приглашаю на сцену тех, кто действительно превратит этот вечер в вечер давнишних замечательных друзей. Юрий Александрович, огромное спасибо, что вы считаете нас своими друзьями. А я считаю вас тем человеком, который дал мне дорогу в большую жизнь и на большую сцену. Дорогой Юрий Александрович, да. Ну как я могла не прийти? Но... Я же вот все выходные раньше просыпалась для того, чтобы вместе с вами проверить утреннюю почту. Да. А я вообще стал ведущим из-за тебя, Юра. Дорогие друзья, мы сегодня вспомним самые яркие моменты, какие дарил нам наш именинник. Услышим самые лучшие песни. Итак, мы начинаем. Юбилейный вечер. Метро и легенды. Телерадиовещание. Юрия Николаева! Юра, ты действительно родитель многих-многих детей. Воспитал, в том числе и меня, родительский дом вместе с вами. Где бы ни были мы, но по-прежнему неизменно уверены в том, что нас примет с любовью и нежностью наша пристань — родительский дом. Родительский дом — начало начал, ты жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах. Наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми. Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей
земли своей матери, и отцу до земли поклонись. Мы с тобою в долгу неоплаченном, свято помни об этом всю жизнь. Родительский дом, начало, начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много Юра, пусть свое сердце не остывает творчеству еще много-много лет. Спасибо. Мы тебя очень любим. Я хотел бы зачитать поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. Уважаемый Юрий Александрович, примите поздравление с 70-летним юбилеем. Высокий профессионализм, поистине неисчерпаемая энергия и уважительное, доброжелательное отношение к зрителям на протяжении многих лет помогают вам оставаться популярным, востребованным телеведущим, воплощать в жизнь интересные и разноплановые творческие проекты. И, конечно же, важно, что вы всегда искренне заботитесь о поддержке молодых, начинающих артистов и музыкантов. Успехов вам, вдохновения и благополучия. Владимир Владимирович Путин. На сцене народная артистка России Надежда Бабкина и Московский государственный академический музыкальный театр фольклора «Русская песня». Девушка и на лавочке прощай.
Ура! Добрый вечер, дорогие друзья. Тут все собрались поклонники нашей хорошей популярной музыки. Собрались для того, чтобы поздравить нашего юбиляра, дорогого друга. 40 лет мы с ним знакомы. Это дорогого стоит, Юрок. Крепкого тебе здоровья. И тебе. Мы выбираем путь. Идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время вслед. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время вслед. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту! Иногда сожмет у сердца грудь, настигнет нас беда, чтоб осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад, у жизни просто нет. Пройдем любви и закат, и встретим с ней рассвет. Пойдем пути назад, у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту. Звезде в рамках этого замечательного, уникального проекта Юра Николаев дал путевку в жизнь многим артистам и поучаствовал в их судьбе. Но это «поучаствовал в их судьбе» — это очень абстрактно. А иногда это были какие-то конкретные идеи и действия. Как говорится, как назовешь корабль, так он и поплывет. Правильно? И иногда, просто перевернув имя и прочитав его в обратную сторону, вот в этом случае, мне кажется, Юрий Александрович перевернул всю карьеру этой замечательной певицы, и она взлетела очень высоко. Ани Лорак! Я глаза закрываю и стою в тишине, будто молча кричу тебе. Знаю, это напрасно, я решаю с ума, с кем делить свое счастье.
но я признаться должна. Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим. Да я все понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война. Я тебе отдаю все, не жалея себя. Почему снова нет тебя? Да, я признаться должна, я видела сон. Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим. Я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Дорогой, любимый, уважаемый дядя Юра, я хочу так вам сказать, потому что вы особенный человек в моей судьбе. Именно благодаря вам появилась Ани Лорак. С конкурса «Утренняя звезда» началась моя творческая жизнь. Вы мой папа творческий. Спасибо. Я вас очень люблю, уважаю, многое лето. Вы уникальный служитель музыки. Спасибо вам огромное. Спасибо тебе. Вообще, Юрий Александрович поучаствовал в судьбе очень многих артистов. Это и группа «Тату», и «Лицей», и «Алсу», и «Зара», и Сергей Лазарев, и Валерий, и Анжелика Варум. В общем, всех не перечислишь. Да нет таких просто. На сцене группа «Любэ». Погодилась погодка, сегодня выходной, пойти погулять. Пойдем гулять. У меня в кармане честная сотня, надо бы ее разменять. Давай, давай. А я с владычества охоч до забавы, полюбуюсь на воскресный народ. А ну, веселей. Песни, пляски у крестьянской заставы, девки у Покровских ворот. Улочки московские. Спасские, Перовские, звонкие, Куминские, Войкие, Люблинские.
баночки да гор, воробьевых на травачке речном прокачусь. Погодка, а на смоленке встречу я девушек клевых, может, им на что-то сгожусь. Позвоню от белорусского Кати, Катя Мед ответит грузин. Победаю на старом Арбате, много есть еще Катерин. Наташ Марин! Бачки московские, прежние победы и беды, однокашники веселые мои. Эх, недаром расчудилась погодка, я по прошлым адресатам пройду. У меня в кармане честная сотня, и сегодня я, кажется, наделусь. Улочки московские, спасские, петровские, я люблю. Петровские, звонкие, кузьминские, бойкие, люблинские, шпанские, таганские, милые, мещанские, булочки, шкатулочки, девочки мои. Сладкие, никитские, пряные, мясницкие, марино-румяные, плющево кудрявые, вкусные, рогожские, тихие, дубровские, булочки, шкатулочки, девочки мои. Булочки московские, спасибо. Давно, когда еще не было лучше всех голоса дети, был только он, Юра Николаев. И все дети шли к нему в избушку. И только он мог определить их талант без кресла и дивана. Понимаешь? Максим ведь не зря начал этот исторический экскурс. Просто в той девочке нельзя было не разглядеть талант. Она действительно в тот вечер была лучше всех. Потрясающий голос. И с тех пор этот голос только окреп и заиграл новыми красками. Узнали наставника проекта «Голос»? Пелагея! Казак на побывку домой, шел он лесом дорогой прямой, обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Зашел на крутой бережок, и костер над рекою зажег. Ай, мимо девушка шла и к нему подошла. Что случилось с тобою?
глазах на дымок. Уходить не спеши, сапоги просуши, на разведем мы костер на казак тот еще молодой. Ай, так там уже совсем холостой. А он и дощечка доска подвела казака. Не дошел он до дому весной. Ай, дощечка доска подвела. Ура! Пелагея. С днем рождения! Спасибо, спасибо. По узкой горной дороге, что вьется, как серпантин, под месяцем одиноким я еду, как он один. Как он молодой да ранний, влюбленный в одну звезду, из тысяч других сияний я вижу ее одну. Звезда моя далекая, печаль моя высокая, пошли мне одинокому свой лучик золотой, золотой. Дорога серпантинная, мелодия старинная, а ночь такая длинная, когда ты не со мной. Забыто, а радио мне поет о том, что в сердце разбитом надежда еще живет. Ах, месяц, на что нам фары, ведь ночь не так уж темна, и нам с тобою недаром сияет она одна. Звезда моя далекая, печаль моя высокая, пошли мне одиноко.
Юрочка, ты тоже открыл меня в далеком 88-м году. Да. Это было в Ялте, утренняя почта, съемки. Меня совсем юного, 17-летнего юношу этот человек поддержал добрым словом, хорошим настроением. И большое тебе за это спасибо. Я очень это ценю. Артист, который сейчас выйдет на эту сцену, первый раз появился на экране в утренней почте. Представляете, глаза черные, волосы черные, шляпа черная, борода черная. Подумали, Будулай вернулся. А на самом деле Вячеслав Добрынин впервые предстал перед телезрителями в качестве исполнителя. Такое может быть только сегодня. «Возвращение Будулая 2». На сцене Вячеслав Добрынин, «Жасмин» и шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». Друзья, давайте хлопаем всю песню в честь Юрия Николаева. С днем рождения, с юбилеем, Юра, порадуйся вместе с нами и вспомним нашу молодость. Давай попробуем. Теплоходный гудок разбудил городок. На причале толпится народ. Все волнуются, ждут только 10 минут. На причале стоит теплоход. На причале стоит теплоход. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. Я приехал сюда, и казалось тогда, предназначена ты мне судьбой. Встречаться с тобой, чтобы вновь повстречаться с тобой. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Опять теплоход убавляет свой ход. Я того, что не сбудется, жду. Того, что не сбудется, первый жду. Снег в коробке, первый лед на реке. Я к тебе по нему не дойду. Я к тебе, я не к дойду. Тебе по нему не дойду. Я к тебе не дойду. На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу. Жасмин! Славочка, спасибо!
Уважаемый ведущий, простите, не помню вашей фамилии. Недавно в одной из ваших передач прозвучала одна песня. Я, к сожалению, не запомнила фамилии автора, помню только, что ее пел мужчина. Не могли бы вы еще раз передать эту песню? Ну что ж, такие письма не редкость. Уважаемый товарищ, простите, не помню вашего имени и отчества, с удовольствием выполняем вашу просьбу. Поет тот самый мужчина. И сейчас на сцене тот самый мужчина, мы тот самый певец, тот самый исполнитель. Алексей Глызин. Сколько всего о тебе говорят, только все это напрасно. Где снегопад, ну а где звездопад, сам я смогу разобраться. Мне ведь совсем незачем знать все, что с тобой было раньше. Раз ты меня научила летать, значит, не может быть фальши. Ты не ангел, но для меня, или в окно волосы вьются по ветру. Даже не знаю, за что мне дано счастье увидеть все это. И не потом, и не сейчас не разлучить нас с тобою. Люди когда-то задолго до нас это назвали любовью. Александрович, вам слава и процветание, долголетие, и чтобы все ваши программы имели такой же успех, который они имеют всегда, всю жизнь. Я счастлив, что мы знакомы. Юр, но ты догадываешься, от кого это? Честно? Это от Аллы. С любовью к тебе. Она тебя обожает. Сидит дома с детьми. Однажды, когда-то давно, именно он выводил на сцену за руку эту молодую артистку. Эти кадры были очень трогательные. А сегодня она выйдет на эту сцену вместе со своей дочкой Верой. Юлия Началова и Вера Алдонина. А знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует. Весну еще наколдует и пахнет.
концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно безжалостно, я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно, крылья не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста, улетаешь, лети, пожалуйста, улетаешь, лети, пожалуйста, знаешь. Юленька, Верочка, спасибо большое. Для многих Юрий Николаев стал эталоном ведущего, а его представления артистов порой входили в историю, просто как и песни, которые они исполняли. Сейчас я хочу пригласить на сцену артиста, которого вы, безусловно, хорошо знаете и, безусловно, любите, потому что его песни, они и ностальгические, и они современные, обаятельный, остроумный Валерий Сюткин. Юрочка, ты не красавчик. Ты единственный, уникальный и неповторимый. С днем рождения! Было много обид и обломов, доставало житье и бытье. Но без всяких бескрасных дипломов занял место ты в общем свое. Ты не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда тебе чего-то находили, не знаешь, что на девочка бедней. Но девочки всегда в тебе чего-то находили, не знаешь, что на девочка бедней. Этим я поделился секретом в первый раз, первый раз, первый раз. В каждом зале и в этом я надеюсь, подружки, на вас. Ты не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки в тебе всегда чего-то находили, не знаешь, что на девочка видней. Он не красавчик, но девочки всегда в тебе чего-то находили, не знаешь, что на девочка видней. С вами, вспоминая, как вечер хорош, мы уйдем, не стуча каблуками, а под плеск ваших легких ладош. Ты не красавчик, чтоб все с ума сходили, да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда в тебе чего-то находили, не знаешь, что на девочка бедней. Но
девочки всегда в тебе чего-то находили. Не знаешь, что на девочками ней. Ты не красавчик, чтоб все с ума сходили. Да и не сходят, это даже веселей. Но девочки всегда в тебе чего-то находили. Не знаешь, что на девочками ней. Не знаешь, что на девочками ней. Не знаешь, что на девочками ней. Юрий Николаев, 70. Полет нормально. Пара-пара человек, это целая планета. С краю раю до земли рукою не достать. Перекресток звездных рек, вижу я на карте небо. Нам-то там надо летать. Города ускорят бег, с каждым днем живем быстрее. Забываем посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек могут стать одной вселенной. Нам-то, нам-то там надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир разноцветный. Александрович, да. Дорогой, я поздравляю вас с юбилеем. Я никогда не забуду 1996 год, когда я стала финалисткой самого известного и популярного конкурса «Утренняя звезда». Спасибо, Зарочка, спасибо. Спасибо огромное за вашу поддержку. Я ее никогда не забуду. Счастья, здоровья, любви. И примите, пожалуйста, мой сладкий подарок. Я надеюсь, он вам доставит много удовольствия и радости. Это съедобно? Это все съедобно. И вы тоже съедобны. Он съедобный. Юра, дорогой мой человек, я вот хочу что сказать. У меня все очень странно получается в этой жизни. Дело в том, что сначала в твоей программе выступил мой сын и точно? Стал популярным. Потом только я его догоняю. Родион Газманов! Так, а ручки где? Кто нам помогает? На тебя похожий, и я кружился, словно заводной. Но пошел я в школу, начались заботы. Танцую пока, пока холостой. Я был тоже на волчок похожий, и я кружился,
словно заводной. Но пришли заботы, дом, семья, работа. Танцуй, пока молодой. Дальше вместе, поехали, вместе. Танцуй, пока молодой. Мальчик, танцуй, пока молодой. Танцуй, пока молодой. Мальчик, танцуй, пока молодой. Мы раньше были тоже заводными, вместе танцевали, жили без забот. Что теперь случилось, как мы извинились? Танцуй, пока молодой. Жизни, да прибуду с тобой в наши ясные дни. Спасибо, Олежка. Спасибо, Родя. Пока есть записи передач Юрия Николаева, вообще, в принципе, ведущих можно не звать, потому что в любой его программе можно найти фрагмент, где он представляет именно того артиста, который сейчас выйдет на эту сцену. Суперзвезда, которая буквально взлетела, как яркая звезда на небосклон нашей эстрады, поет Алсу! Ты видишь сны о чудесах и грезишь ими наяву. Мелькает время на часах, как листья падая в траву. И в ожидании твоем лежишь жемчужиной на дне. Но есть волшебные слова. Поклоняешься весне, но все известно наперед. Yeah.
спасибо вам за наше доброе, счастливое музыкальное детство. На сцене еще одни ваши друзья. Группа «Земляне». Воу! Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные, видим сны. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава. Большое спасибо. Когда Юрий Александрович уставал на «Утренней звезде» от наших бесконечных детских песен, он обращался к Розенбауму. Они разве с Александром Яковлевичем такие большие друзья? Нет, но он большой поклонник его стихов. Оказывается, даже у кумиров есть свои кумиры. Встречайте, Александр Розенбаум! Пёс просил передать тебе привет. Спасибо, спасибо. От огромного количества людей и от меня лично низкий тебе поклон за все, что ты сделал для нас, простых людей, которые любят хорошую музыку. Спасибо тебе большое. С днем рождения тебя, дорогой. Спасибо, спасибо, Саша, спасибо. Спасибо.
глухари над оковищем бьются грудью до крови. Не на шутку расходились, быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари и до зари. И влюблялись, и любили, мчались годы с той поры. Мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно. Только шрамы доброй памятью остались, а рябину всю склевали, да порвали на вино. Но кто помнил, прилетали на знакомое окно. Ла-да-да-да-дай-дай-да, да-да-да-да-да. Тянет осенью из леса дом, над крышей вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела. Оглянуться не успел я, друг мой Юра стал седым. А ведь тоже было дело, передергивал ты. И на болотах все как прежде, крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я уже не буду, занавесочку спалил, но то вспомню, а то забуду. Ох, как за птичками ходил. Ла-да-да-да-дай, да-да-дай-да, да-да-да-да-дай-дай-да, да-да-да-да-дай-да-дай-дай-да, да-да-да-да-дай-да-дай-дай-да. И глухари на таковище бьются грудью до крови. Не на шутку расходились, быть бы живу. Вот так и мы когда-то жили от зари и до зари. И влюблялись, и любили, мчались годы с той поры. На да 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 да. Юрий Александрович, я надеюсь, у вас не складывается впечатление, будто мы говорим только о том, каким вы были. Мы просто вспоминаем самые яркие моменты, которые так нам дороги. Да, но если вы раскроете нам планы на свое будущее, мы с большим удовольствием обсудим их. А пока мы точно знаем, что впереди нас ждут потрясающие артисты. На этой сцене Любовь Успенская и Анастасия Спиридонова. Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение, почти любовь, почти падение с обрыва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, и сон, который должен кончиться красиво. К единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя, к далекому и
по-прежнему, как будто все по-прежнему люблю я. Сны неразделенные, глаза чужие и бездонные, и наши тени отраженные свечами. Я знаю боль, что не прощается, и грусть, которой все кончается, и сон, который повторяется ночами. Единственному нежному бегу по полю снежному, по счастью безмятежному, скучая и тоскуя. По счастью безмятежному, скучая и тоскуя. Как будто все по-прежнему люблю я. Если нашего дядю Юру придут поздравить все, кого он однажды представил широкой публике, наш вечер закончится только к следующему юбилею. Только лучшие друзья, только лучшие песни. Юбилейный вечер Юрия Николаева продолжает Александр Буйнов. Песня посвящается юбиляру. Юр, ты садись и слушай. Сидим с тобой на старой кухне, молча тянем горькую со льдом. Раньше думал я, что небо рухнет, если мне вернуться в этот дом. Но уходит жизнь, как лед в бокале, и теперь я стал совсем другим. Мы так долго врозь с тобой молчали, так давай же вместе помолчим. Я пришел к тебе совсем, и не спрашивай зачем. Я пришел и этим все сказал. Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя, ты с кем? И ответ увижу по глазам. Я так долго маялся по свету, все чего-то нового искал и не понимал, что кухня эта для меня единственный причал.
Мы от одиночества устали, но теперь-то мы с тобой вдвоем. Ничего, что тает лед в бокале, вместе мы теплую допьем. Я пришел к тебе совсем и не спрашивай, зачем. Я пришел и этим все сказал. Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя, ты с кем? И ответ увижу по глазам. Милые женщины, настоящий мужчина, а тем более, если он Юрий Николаев, всегда вернется домой. Вы просто на ночь дверь не закрывайте. Он придет часов в 6 утра, через 3 дня или неделю, но с друзьями. И они вместе споют вам прямо с порога. Я пришел к тебе совсем и не спрашивай, зачем. Я пришел и этим все сказал. Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя, ты с кем? И ответ увижу по глазам. Я пришел к тебе совсем и не спрашивай, зачем. Я пришел и этим все сказал. Я пришел к тебе совсем и спрошу тебя, ты с кем? И ответ увижу по глазам. И ответ увижу по глазам. И ответ увижу по глазам. Нашу программу продолжает сводный хор «Достояние республики». Под руководством Первого канала солирует любовь к имениннику. На сцене прекрасные женщины нашего телевидения. Сегодня поздравляем, и не в шутку, а всерьез. Его видя на экране, кто на нем только не рос. Ну а женщины России все же были влюблены, и с утра, включая телек, вместе с ним пекли блины. Подарил им столько ярких, столько милых сердцу звезд, вместе с утренней почтой столько радости принес. Наши дети стали старше, и благодаря ему помнят музыку такую, что и ты попал на ТВ навсегда. Юрий Николаев, звезда, зажигает наш небосвод. И вперед, юбилейный лучший твой год. На ТВ ты звезда. Это Юрий Николаев, наш воскресный телебог. Зажигаться свет не мог. Из далеких самых точек нашей пребольшой страны все спешили за успехом яркой утренней звезды. Если звезды зажигают, это точно нужно всем. Будь здоров, любимый, счастлив и не замечай проблем. Ты совсем не изменился, и пускай бегут года. В телевидение влюбился и остался навсегда. Круто ты попал на ТВ навсегда. Твой год на тебе.
девчонки, вы даете. Поздравляем, любим, спасибо, обожаем. Спасибо, спасибо. Без тебя не представляем минусы, нашего минусы. Телевидения. Ты чудный. Вы очаровательны. Юрочка, так да. Держать. Держу. Следующий артист, который выйдет на эту сцену, как будто живет по заветам Юрия Николаева. Он любит красивую жизнь, но при этом весьма скромен. Он любит красивых женщин, и при этом сердце его занято. Он любит хорошую музыку и прекрасно поет. Ну, как поет Юрий Александрович, я надеюсь, мы сегодня услышим. А сейчас на сцене Эмин. Добрый вечер, друзья! Юрий Александрович, с юбилеем вас! Скажи, что же судьбою не предрешено? В чем моя суть? Птицы летать или упасть на дно? Крылья в душе зовут меня вдали счастье свое искать. Я за любовь, что ранит мне сердце, готов все отдать. Я так живу, и что с тобой? Вся моя жизнь — сухое вино. Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь. Но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Кружит меня судьба, словно ветер, как осенний лист. Я с ней играл, падал, но снова всегда поднимался ввысь. Врагам и бедам скажу с улыбкой, я счастлив наяву. Просто в душе, душе моей крылья, я так живу. Я так живу, и что с тобой? Вся моя жизнь — сухое вино. Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего с юбиляром не боюсь. Я так живу, мой грешен путь. Но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Юрочка, дорогой, живите лучше всех, всегда. Мы вас все любим. Покажите руки, друзья. Балкон, все вместе. Это великий человек. Потрясающий. Будьте здоровы всегда. Все вместе. Я так живу. И что с тобой? Что вся моя жизнь сухое вино. Чем крепче я, тем лучше вкус. Я ничего уже не боюсь. Я так живу, мой грешен путь. Но время вспять не повернуть. Пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. Пока любовь в моей душе. Живите лучше всех всегда. Счастья, здоровья, любви. Сейчас будет историческое воссоединение. Мы их очень долго, все девчонки в стране, называли светленький из Смэш и темненький из Смэш. Сейчас я хочу вас познакомить с новым дуэтом. Хотя каждый по отдельности вам хорошо знаком именно по нашей программе. Мы их помним совсем вот такими, когда они выходили каждый порознь на этой сцене, но они участвовали в конкурсе, и они побеждали в нашем конкурсе. Сергей Лазарев и Влад Топалов. Это действительно историческое событие. И мы безумно счастливы для всех вас петь эту песню, которая стала знаковой для дуэта Smash. Долгой музыкой дождя
День над нами проплывает, и возвратить его нельзя. Он смолкнет и растает долгой музыкой дождя. Свой привычный круг друзей с теплой грустью вспоминаю в водовороте шумных дней. Все больше я теряю свой привычный круг друзей. О Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. Добрый вечер! Время словно карусель, закружить легко нас сможет, и блеском призрачных огней покой и сон тревожит. Время словно карусель, сколько в сердце свежих ран от измены сожалений. Но никому я не отдам надежду, путь спасения. Спасибо за все, что вы для нас сделали. Спасибо огромное. Мы вас очень любим. Сергей Лазарев, Влад Табал. Сергей Лазарев, Влад Табал. И все вместе. О, Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чем не сожалеть. Сергей Лазарев, Влад Топалов. Смэш! С днем рождения, Александр! Спасибо вам большое! Дай Бог вам здоровья, счастья, радости, любви, всего самого наилучшего! Спасибо! Спасибо вам огромное и, конечно, Смэш Форева! Сейчас на экране мы увидим кадры из «Утренней звезды», и там будет эта певица, и она тоже успела засветиться в «Утренней звезде». Посмотрите, это ее первые шаги! Все, конечно же, узнали, потому что это было незабываемо. На сцене блистательная Валерия! Яркий солнце, лучи, танцующий ветер, чарующий светел день, что ты мне подарил. Знаешь, я взамен дарю тебе верность, дарю тебе честность, дарю тебе мир. Его глаза, мои океаны, мои воды.
облаках этой ночью летаю, знаешь каждую тайну мою. Я открыта тебе, так много в голове мелодий любимых, а ты мой сердцем красивый родной человек. Его глаза, мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду воду падать. Мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду воду падать. Мои океаны, мои водопады. Мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду воду падать. Весь вечер с нами академический концертный оркестр имени Силантьева под управлением художественного руководителя и дирижера Александра Клевицкого. Ну, как вы понимаете, в любом дуэте главное — это все то, что остается за кадром. У артиста должна быть муза, вторая половина, которая поддерживает его и делает так, что блеск в его глазах никогда-никогда не гаснет. Отдельные аплодисменты жене Юрия Александровича, Элеоноре Николаевой. Браво, музе! Ну, я вам хочу сказать, ну, бывают такие гармоничные пары? Бывают. На такие пары, Максим, хочется равняться. Да. И одну еще, и семейную пару, и потрясающий творческий тандем мы хотим сейчас вместе с Яной пригласить на сцену. Леонид Агутин и Анжелика Варум. Прошу тебя, сумей забыть все тревоги дня. Пусть они уйдут, и, может быть, ты поймешь меня. Все, что я скажу, не знаешь ты, только ты тому вина. Поняла, что мне нужна, нужна любовь одна, всего одна. Этот день нам вспомнится не раз. Я его так ждал. Как мне хорошо с тобой сейчас. Жаль, что вечер мал. Я прошу тебя, побудь со мной. Ты понять меня должна. Знаешь ты, что мне нужна. Нужна одна лишь ты. Лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были мы близки. Так же были мы близки. 20 лет спустя. Мечтала счастье я таком, я о нем не знал. Даже целый век с тобой вдвоем мне, наверное, мал. Благодарна я судьбе своей за любовь, что нам дана. Знаю, будет мне нужна,
что продан вопреки. Так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Хочу, чтоб родом вопреки, так же были мы близки, так же были мы близки. 20 лет спустя. Поздравляем от всей души. Спасибо огромное за то, что вы есть. Будьте всегда счастья, здоровья, удачи. Самого-самого хорошего всего. Чем отличались передачи Юрия Николаева? А тем, что там всегда были очень яркие личности. И сегодняшний концерт тому подтверждение. На сцене более чем яркая личность. Встречайте, Елена Ваенга! Будьте здоровы. Буду. Вот я вас таким и знаю. Леночка, спасибо большое, спасибо.
Сейчас поздравить Юрия Александровича. На эту сцену выйдет его бывший сосед по подъезду. Ну, можно подумать, чтобы попасть на юбилей к Николаеву, достаточно быть его соседом. Ну, так и есть, если ты Григорий Лепс. Ну, действительно, тогда нет вопросов. Встречайте, заслуженный сосед Юрия Николаева, Григорий Лепс. Самая счастливая песня. Юрий Александрович, с днем рождения. Белый танец, приглашай кого-нибудь. Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду. Кто-то знает, я и сам не знаю, где финал, тот где-то полоса, за которой лишь ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду. Юрий, ты счастлив? Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Дорогой Юрий Александрович, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Счастья, здоровья, спасибо. Всего самого наилучшего. Все, что можно пожелать такому симпатичному и хорошо одетому человеку. Дай Бог здоровья. Я пригласил одного малоизвестного артиста сегодня к нам в гости, чтобы он тоже имел честь поздравить такого человека, как вы, с днем рождения. Дамы и господа, Валерий Меладзе, прошу. Высотою маня. Небеса мои обетованы.
Конечно, Юр, ты потрясающе выглядишь на все 100. Ну, я имею в виду не в смысле, что ну, ближе к 100, а в смысле, что ну, все бы так в свои 70 выглядели, как ты в 100. Ну, в смысле, я имел в виду, что... Пока мы все не запутались в цифрах окончательно, давайте позовем артистку, которая точно всегда знает, что сказать, а главное — спеть. Тамара Гверцетели. Шекспир сказал, и все мы в нем актеры. Ты рой сердца пронзал, рождал восторг и споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король. Что ты король. Виват, король, виват, виват, король. Покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой, твоя любовь. Виват, король, виват, виват, король. Виват, король, виват, виват, король. Ты был самим собой. Виват, король, виват. Виват король,
виват, король, виват, виват, король, виват, виват, моя любовь. Лишь со мной одной тебя все горести и беды. Ты другим дарил всегда золото победы. Ты так играл, ты был артист, и вот настал твой бенефис. Ты так играл, ты была король, но вот теперь вакант на роль, вакант на роль. Прощай, король, прощай, прощай, король, тебе поют кругом. Как жаль, не вечен май, не вечен гром. Аплодисментов гром. Печаль в глазах, печаль, а в сердце боль. И каждый грустным встал. Прощай, король, прощай, сегодня твой последний бал. Прощай, король, прощай, прощай, король. Прощай, король, прощай, прощай, король. Сейчас прощайся с игрой. Прощай, король, прощай, прощай, король. Прощай, король, прощай, прощай, король. Лишь я прощай не говорю. Прощай, король, прощай. Прощай, король, прощай, король, прощай, прощай, король. Теперь, теперь ты только мой. Прощай, король, прощай, прощай, король, прощай, король, прощай, прощай, король. Лишь я прощай не говорю. Прощай, не говорю. Только виват! Тамарочка, спасибо большое. Когда-то в программу «Утренняя почта» пришло следующее письмо. Дорогая редакция, я постоянно смотрю вашу передачу, но ни разу не видел, чтобы певец Юрий Николаев исполнил песню. Когда же он, наконец, запоет? Уважаемый автор письма, специально для вас сейчас на этой сцене споет не один Николаев, а целых два. Новый дуэт на российской эстраде. Игорь и Юрий Николаевы. Гранитные утесы, океанский громовой прибой. Здравствуй, остров Юрий, здравствуй, тезка. Вот мы и увиделись с тобой. Не на каждой карте ты отмечен, как не каждый знает про меня. Суть не в том, я рад приятной встрече. Тезка, это ж чуть ли не родня. Остров Юрий, привет. Остров Юрий, встречай. Как погодка, ответь и проси, прощай. Остров Юрий, привет. Остров Юрий, встречай. Как погодка, ответь и проси, прощай. Близок сердцу норов твой буяный. Ты по-русски кряжистый малыш. В драке не уступишь океану. Он велик, но ты на нем стоишь.
Будь здоров, люби свое семейство, малую курильскую гряду. Если прав и с океаном бейся, ну а я тебя не подведу. Остров Юрий, привет! Остров Юрий, встречай! Как погодка, ответь и проси, прощай. Привет, встречай, как погодка, ответь и проси, прощай, и проси, прощай, и проси. И прощай. Сегодня был не просто юбилейный концерт, не просто праздничный вечер. Мне кажется, что это заявка на какой-то новый телевизионный проект. В центре которого, по традиции, Юрий Николаев. Юрий Александрович, ну, в таком случае вам его и завершать. Ну, а помочь вам и подтвердить это готовы все ваши 100 друзей. Я стал счастливейшим из людей. Есть у меня верных 100 друзей. Слышишь наш 101-й круг? Есть у нас надежных сотни рук. Поскорей к нам иди и друзей приводи. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Спасибо вам, спасибо вам. Без вас у меня бы не сложилась бы судьба. Честное слово, ничего бы не было. Я вас люблю, я работал и работаю для вас. Я вас уважаю и обожаю. Все, все, все.